Волгоград! Ленинград! Ростов! Владикавказ! Тюмень! Анадырь! Орджон! Балтия! Тверь! Караван! Ереван! Новгород! Иван! Караван! Тверь! Харан! Цхета была грузинской столицей до того, как ею стал Тбилиси. А и у нас опять трабл с авто. Крепость Бебри, Бебрисцихи, построена была в 9 веке, но при раскопках на руинах были найдены останки крепости 1 века до нашей эры. Мы не полезем туда, не хотим, высоко, далеко. Главной достопримечательностью Цхеты является собор святой Цхавели. Построенный был в 11 веке, многократно разрушался и отстраивался вновь. Наиболее сильно пострадал в 14 веке после нашествия Тамерлана. На территории храма похоронены такие правители Грузии, как Вахтанг, основатель Тбилиси, Ираклий II, царь Кахети. Ну и другие правители Грузии. Yeah.
Ну я такой наглости не ожидал, конечно. Поставила здесь крест. На вершине горы. Что же? Даже более ядрено, чем в Калмыкии. Здесь реально гораздо ветренее, чем в Калмыкии. Ну и холоднее, слава богу. Ласт мешен чуем крис пи есу.